Получилось так, что люди ассоциируют себя с этим словом, и люди хотят визуально это показать. Соответственно, кольцо и вот эта вот одежда с логотипами Путинфюрште – это как раз способ такой медиа-выражения своей политической позиции для людей. Если бы я, русский человек, раньше спросил у иностранца, с чем у него ассоциируется Россия, он бы говорил вот эти ключевые теги, там, матрешка, балалайка, да, там, красная икра и так далее, медведи. Теперь любой иностранец, вне зависимости от того, хорошо он относится или плохо к России, к Путину, он всегда говорит Путин. Путин – это символ такой, и от этого не уйти, и поэтому дизайнеры в том числе будут использовать его образ на своей одежде, на своей продукции. Не нужно ходить за выдуманными подвигами куда-то далеко. Если есть подвиги наших соотечественников, которые здесь совсем рядом, о которых рассказывается меньше, которые, может быть, неизвестны там обывателю, так как известны те же самые западные ценности, да, спайдермены, человеки-пауки и так далее, бэтмены. У нас есть люди, которые совершили подвиги гораздо более серьезные, и мы хотим о них рассказывать и рассказывать, чтобы, ну, например, мои дети росли и учились именно и воспитывались на подвигах вот таких людей. Именно донесение до молодежи таких ценностей, она важна в данный момент для нашей страны. Потому что, ну, очень много сейчас тенденций, когда пытаются переписать историю, пытаются переписать какие-то определенные там моменты нашей страны. Мы хотим показывать то, что было на самом деле, на таком обыкновенном примере. Новый мотор от жопы, который... Сделал, да?